Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами игра «Думай, знай, познавай, суперблиц», я ведущий Кирилл Махров. Наступила пятница, а значит, наше время. Время задавать 5 каверзных вопросов. Здравствуйте! Сегодня с нами принимает участие. Представьтесь, пожалуйста. Чебарова Тамара Георгиевна. Очень приятно. Тамара Георгиевна, меня Кирилл зовут. Тамара Георгиевна, 5 вопросов задаю по очереди. Думайте над ответом, придумывайте ответ и, самое главное, оцениваете его. Минимум в 1 балл, максимум в 5. Задача набрать всего лишь 15 баллов. Первый вопрос. В космосе побывало немало различных животных из разных стран. Какие животные побывали в космосе позже человека? Варианты ответов. Собаки, обезьяны, крысы или кошки? Не знаю, честно. Ну, смотрите, как первые вот... Первые собаки полетели. Первые, ну, вот смотрите. Стрелка и стрелка. Да. Собаки, обезьяны, крысы или кошки. Какие животные из этих полетели позже человека? Ну, не могу вам сказать. Ну, давайте попробуем угадать. Ну, наверное, обезьяны, я думаю. Давайте я вам подскажу. Обезьян... Вот мы с собаками, а с обезьянами американцы. Ну, вот видишь... Ну, что-нибудь? Ну, собаки. Ну, собаки мы же. Они раньше Гагарина полетели. Ну, да, да. Тогда не знаю. Крысы или кто там? Кошки еще. Кошки, может быть. На сколько? Ну, на 1 балл. Кошки. Это кошки, действительно, это кошки. Следующий вопрос. Второй вопрос. Это имя изначально было мужское. Его носил ученик апостола Андрея Первозванного, христианский проповедник 2 века. Однако, попав к славянам, имя постепенно трансформировалось в женское имя. О каком имени идет речь? Роза, Инна, Людмила или Любовь? Любовь, мне кажется. То есть мужчина раньше был Любовь? Может быть. А и Людмила. Людмила. Только вот из этих двух. Понятно. Угу. А не Роза, не Инна? А вообще, подождите, может быть даже и Роза. Или Инна? Я останавливаюсь на Розе. Наверное. На Розе. Сколько? Ну, 2 балла. 2 балла. Ну, к сожалению, это Инна. Ничего страшного. Следующий вопрос. Кто из великих людей в истории нашего государства не имеет фигуры в среднем ярусе на памятнике тысячелетия Руси? Знаете памятник на Великом Новгороде? В виде колокола? Ничего. Федор Михайлович, Иван III, Екатерина II или Владимир Святославович? Владимир должен быть. Кого вы назвали? Иван III. Смотрите, Михаил Федорович. Вот. Это первый Романов, Иван III от татаро-монгольского ига, Екатерина II и Владимир, который крестил Русь. Ну, я думаю, что Владимира не было. Владимира нет. Я чуть думаю. А может, другой? Ну, кто там? Екатерина могла быть там. Да не совсем могли. Кого нету, какой фигуры? Даже не знаю, не могу вам честно сказать. Ну, давайте пальцем в небо. Ну, пусть будет Ярослав. Правильный ответ — Екатерина II. Третий вопрос. Карточные масти появились на игральных картах в 1480 году во Франции. Они символизировали 4 сословия – духовенство, дворянство, купечество и крестьянство. Какую масть представляет крестьянство? Крестьянство. Ну, мне кажется, какую масть вы имеете? Козыри, это вы... Не козыри. Это... Пики. Крести, буби, черви. Мне кажется, черви. Крестьянство. Да. Крестьянство. Ну, крести тогда, если вы... На сколько? Ну, на 3. На 3. Это правильно, действительно, это крести. Ну что, последний вопрос. Какие фигуры в шахматах
могут ходить через другие фигуры. Ой, я не играл в шахматы никогда. Перепрыгивать через другие фигуры какие могут? Пешка, мне кажется. Пешка. Ну, правильный ответ – конь. Ну, в любом случае, я вам дарю вот эту книгу. Это книга о знаменитых людях Ленинского городского округа. Покажите ее нашим телезрителям. Берите, владейте. Спасибо вам огромное. Вам большое спасибо. Доли я знаю, хорошо, что перенести. Да. Друзья, ну а на сегодня это все. Нам осталось только с вами попрощаться до следующей пятницы. Пока-пока. Спасибо.